Итак, друзья, всем привет! Сегодня расскажу, как проставлять теги в, значит, ролики в YouTube. Соответственно, в описании пишу два хэштега, просто в описании. И, соответственно, после чего, друзья, сейчас вам покажу, как в результате все будет выглядеть. И давайте смотреть. Ну и открытый доступ. И давайте посмотрим уже на ролик, который у нас получился в результате. И у него будут хэштеги прописаны прямо под видео. Итак, вот. Заходим в ролик и видим, вот здесь вот наши хэштеги прописаны. Вот здесь прямо под видео. Друзья, вот, собственно, и все. Всем пока, до свидания.